Есть множество болезней, которые мы даже не замечаем. Так вот, комплект «Добрый путь» нам поможет предвосхитить эти проблемы 100%, да и справиться с ними тоже поможет. Лот номер 43-692. Вот такой комплект. Что же у нас в комплекте? А здесь у нас... Ой, это богатейший комплект. Давай с тобой рассматривать. Здесь у нас очень много изделий идет в комплекте, плюс еще вы получаете подарок. Ну, давай начнем, наверное. Вот, во-первых, мы получаем комплект компрессионного белья. Компрессионных чулочно-носочных изделий. Мы получаем две пары гольф женских. Это у нас компрессия. Компрессия средней степени. Мы сейчас об этом обязательно поговорим, насколько это важно. Мы получаем вот такой вот компрессионные чулки. Они же гольфы мужские, но мы можем носить и женщины. Такие вот гольфы, почему бы и нет? То есть, если об этом мы говорим... Мне вот эти нравятся. Ну, это женские. Ажурные. Нет, ну понятно, это женские. Здесь у нас плотность 40 ден, то вот такие вот иногда мы можем носить под спортивные брюки, например, под джинсы. Конечно. Плотные, хорошая компрессия. Здесь у нас уже высокая степень компрессии. И в подарок мы получаем стельки. Стельки, размер наших стелек мы можем сами регулировать. Вот посмотрите, мы сами можем вырезать свою стельку по размеру. Причем стельки у нас из бамбука с медным волокном. Те стельки, которые не нужно стирать, которые сами себя обеззараживают. Это очень удобно, например, если мы, например, используем, например, берем на прокат какие-то ботинки. Если мы, например, коньки берем на прокат, либо где-то в боулинг-центре на лыжах идем кататься, ну, просто-напросто такие стельки нужны, например, в хозяйстве, особенно если ваши ноги, например, подвержены таким заболеваниям, как, например, грибку. Ну, и вообще, Оксана, честно говоря, я приобрела все стельки такие для всей семьи. Я тебе могу сказать, что не только для там каких-то спецзанятий спорта, но согласись, вот сейчас начнется дачный сезон, сколько времени люди будут проводить за дачными работами, и все равно же понадобятся такие стельки, будет удобно и комфортно, я уже молчу про наши великолепные гольфы компрессионные, это просто то, что называется must have. Итак, старая цена у нас была 1790 рублей. Девчонки, ну у нас с вами весна, старую цену мы забыли, а вот новую цену в 990 рублей мы себе, так сказать, приобрели. И приобрели себе великолепный набор и с дисконтом, еще со скидкой, с выгодой 800 рублей. Это весомая выгода, это весомый повод. Тем более еще и получим вот такие стельки в подарок. Мы еще раз напоминаем, что стельки вы получаете именно в подарок. Оксан, ну вот, возвращаясь к тем проблемам, да, которые решают наши гольфы. Ну, прежде всего, ты говоришь, они компрессионные. Это значит, что мы боремся с варикозом, предвосхищаем его, либо уже лечим, правильно? Да, абсолютно точно. Помогаем себе сами. Да, это такой доктор, помоги себе сам называется. И, конечно же, наши чулки, наши гольфы помогают нам в борьбе с таким страшным заболеванием, как варикозное расширение вен. Вообще, ты знаешь, с каждым годом флебологические заболевания становятся все моложе и моложе. Если раньше в основном женщины болели таким заболеванием, то теперь уже и мужчины подвержены вот этому страшному заболеванию. Что такое варикоз? Что такое флебологические заболевания? Когда наши сосуды, на сосудах образуются бляшки, когда кровь у нас неправильно циркулирует по сосудам, мы получаем, естественно, тромбозы. Мы получаем тромбофлебиты, которые иногда ведут к обездвиживанию, потере работоспособности, а иногда даже могут привести к летальному исходу. Дорогие друзья, давайте заранее, своевременно осуществлять профилактику таким страшным заболеванием. Иногда мы, приходя домой, чувствуем жуткую усталость в ногах. Ну, появилась сосудистая сеточка, ну, появилась сосудистая звездочка. Мы думаем, ну, ничего, само пройдет, ну, рассосется. Появился синяк, если мы даже не видим, что синяки у нас не проходят долго, это уже говорит о том, что у нас неправильно циркулирует кровь. Давайте посмотрим на вены, как правильно должна циркулировать кровь. Циркулировать кровь должна спокойно снизу вверх, то есть от ноги мы получаем... Это левая сторона, я правильно понимаю? А это любая сторона, мы получаем кровь от ноги к сердцу и к сосудам головного мозга. Так вот, если у нас в ногах кровь неправильно циркулирует, если мы получаем застой, если у нас образовываются вот такие вот тромбы, если у нас образуются звездочки или сосудистые сеточки, это говорит о том, что мы не получаем достаточное правильное количество крови к сосудам головного мозга. А это что значит? А это значит, что инсульты, инфаркты и даже такие заболевания могут привести, мы не ухаживаем за ногами, и, соответственно, к таким заболеваниям страшным могут привести, например, венозная недостаточность наших ног. Поэтому мы рекомендуем носить вот такие вот получулки, гольфы, даже тем людям, которые
которые увидели у себя уже первые признаки этого страшного заболевания. Тем более сегодня у нас в комплект входит вот такой потрясающий два цвета, бежевые гольфы и черные гольфы, под любую одежду вы можете подойти. Выглядят они очень эстетично, поверьте мне, что никто даже не подумает, что на вас надето лечебное чулочное белье. Посмотрите, у нас средняя степень тяжести. Далее вот хочу обратить внимание на стельку. Я хотела спросить про стельку. След массажный, да. Массажный след. Наш вот этот след обладает микромассажиком, а это значит, что мы массируем наши акупунктурные точки. Угу. Мы видим, что у нас уплотненная мышечная часть, уплотненная пяточная часть, а это значит, что такие гольфы нам прослужат достаточно долго. Вообще, что такое компрессионное белье? Это когда мы получаем давление на сосуды, на вены в правильных местах. Вот здесь мы получаем давление в нижней части голеностопа. Вообще, правильное белье компрессионное, когда мы получаем в нижней части голеностопа компрессию, таким образом мы как бы кровь с нашим как бы вот выплескиваем наверх. То есть она поднимается, вот таким образом массируя внутри наш голеностоп. А кверху мы уже видим, что у нас компрессия более мелкая. Кстати, обратите внимание на деликатную резинку, которая не пережимает наши сосуды наверху. Оксана, знаешь, на что я обратила внимание? На деликатную цену, которая у нас. Потому что я тебе могу сказать, вот я сейчас держу мужские компрессионные гольфы, да, в руках, вот про которые ты говорила в самом начале, еще что вот для мужчин у нас тоже есть что предложить в этом наборе. Так вот, в магазине одни такие гольфы стоят от 2000 рублей. Девочки, у нас набор, комплект «Добрый путь» за 990. Две пары гольф для женщин, черные и бежевые. Ну и, конечно, еще компрессионные гольфы для мужчин. Да еще и стельки в подарок получите. Ну вот такая роскошь за 990 рублей. Осталось, правда, всего 38 наборов. Можете не успеть.